Бельгийцы в центре Брюсселя у импровизированного мемориала в память о жертвах недавних терактов выражают разочарование в связи с акцией протеста ультраправых. Ранее в тот же день спокойная атмосфера на площади была нарушена. Около 400 человек, в основном представители националистических организаций, пришли, выкрикивая антиисламские лозунги. Ультраправые проигнорировали призыв бельгийских властей воздержаться от маршей в связи с терактами на прошлой неделе. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы. Несколько человек, вступивших в стычки с правоохранителями, были арестованы. В этом месте нужно собираться, говорить, выражать свои чувства, а не прибегать к насилию. Это неподходящее место, неподходящий момент. Они только создают проблемы и делают это в ходе любых своих демонстраций. В воскресенье интернет-активисты планировали провести в Брюсселе марш солидарности в связи с терактами, в ходе которых погибло более 30 человек. Однако бельгийские чиновники, включая городского мэра, призвали жителей столицы отказаться от задуманного, чтобы не отвлекать полицию от патрулирования улиц. В городе сохраняется повышенный уровень террористической угрозы. В результате проведение марша отложили. Тем временем службы безопасности европейских стран продолжают отслеживать предполагаемых организаторов атак. Прокуратура Брюсселя объявила, что потребует экстрадиции алжирца, арестованного в Италии в субботу. Как предполагается, мужчина работал в подпольном цеху, который подготовил фальшивые документы для организаторов парижских терактов, а также для участников атак в столице Бельгии. Под наблюдением находится еще 9 предполагаемых членов сети. Между тем, в нидерландском городе Роттердам по запросу французских властей был произведен другой арест. В руки правоохранителей попал гражданин Франции, которого также подозревают в причастности к терактам в Париже. Официально власти Бельгии идентифицировали 3 террористов-смертников, которые произвели взрывы в аэропорту Брюсселя, а также в поезде метро. Брахим Эль-Бакрауи и Наджим Лакрауи подорвали себя в зале вылетов. Они попали в камеры наблюдения аэропорта, на фото они слева. Брат Брахима Халид взорвал себя в вагоне метро. 4-й участник терактов Фейсал Шифу доставил одну из бомб в аэропорт и скрылся. Позже его арестовала бельгийская полиция.